Уважаемый Юрий, спасибо вам огромное, что мы сейчас в городе Санкт-Петербург, вот в этой замечательной компании, встречаем ваш день рождения. Хочется перефразировать строки знаменитого земляка этого города на Неве Александра Яковлевича Розенбаума и посвятить их вам. Кто ты есть, чего в себе достиг, кто ты сам и кто твои друзья. Возраст – это понимание любви. Возраст – это сущность бытия. Верно ли сумели мы прочесть 10 фраз, написанных Христом? Возраст – это стоимость свечей, превышаемая стоимость тортов. Хочется, чтобы те постулаты, которые заложены в этом замечательном городе, на Северной Пальмире, на Неве, сопровождали вас всю жизнь и дарили вам ту же молодость, как он сам молод. Привет из Петербурга. Благословенны вы и все ваши друзья. 3-4. С днем рождения!